Это самый опасный представитель пчелиных убийц. Он может укусить всех таким ядом, что они умрут. Он самый опасный хищник из жуков. Он за час может 3000 пчел убить. Самое главное, чтоб он никого не ужалил. Больше ничего. Что надо делать, если шершень напала на тебя? Например, если у тебя есть нож, значит его надо порезать. А если что-то надо с ним сделать, плохо-приплохо, с гнездом для них, тогда это будет слишком опасно. Они могут защищать своих личинок и на нас напасть. Mm-hmm.